Качество и скорость мобильного интернета, предоставляемые якутянам некоторыми сотовыми операторами, значительно отличаются от официально заявленных. К такому выводу пришли авторы нового телепроекта нашей компании «Народный контроль». Измерения сделали в нескольких точках Якутска с применением различных методик, которые отражают моменты реального использования мобильного интернета. Результаты передали представителям всех сотовых операторов. Какой из них предоставляет лучшее качество мобильного интернета, вы узнаете, посмотрев завтра в 19:30 на канале НВК Саха, первый выпуск программы «Народный контроль». Я думаю, объема работы нам хватит не на один сезон, и уже налажены, скажем так, очень хорошие позитивные связи со всеми теми структурами, которые отвечают именно за качество предоставляемых населению товаров и услуг, будь то государственные, муниципальные, различного плана. И везде мы находим понимание. Я думаю, что проект будет очень интересный, и можно с нами находиться постоянно в прямой обратной связи по телефонам нашей горячей линии, которая общая для НВК Саха.